Меня зовут Шамиль Мамедов. С сентября 2011 года по июль текущего года обучался в бакалавриатуре Национально-исследовательского Томского политехнического университета по специальности управления технических системах. С октября собираюсь учиться в Политехническом институте Милана по специальности автоматизации управления, которая в оригинале звучит как Automation Control Engineering. Специальность славится своей сильной теоретической базой, большим количеством лабораторий, а также в Европе. О программе узнал средства массовой информации. Решил участвовать из-за падения курса рубля, которое повлияло на мое финансовое положение. В итоге, выиграть грант оказалось намного легче, чем я ожидал. Что касается ожиданий, согласно информации, которая у меня имеется, профессора в университете являются очень требовательными, из-за чего многие студенты продлевают свое обучение. Поэтому считаю, что обучаться будет непросто. Проблем с нахождением жилья не было, так университет оказывает большую помощь в поиске жилья. По возвращению собираюсь найти работу по специальности.